Всем привет, мои хорошие! Сегодня хочу показать, рассказать о таком продукте, как пилинг подушечки от Wish Formula, профессиональные, 50 штучек в упаковке. Как они выглядят, кому они нужны в уходе. Вот так вот выглядит подушечка. С одной стороны такая более шершавая поверхность, с другой стороны гладенькая. Сначала мы ребристую поверхность используем, протираем лицо, а потом гладенькой. Немножечко зашлифовываем. Для чего они нужны? Они с АХА-кислотами. АХА-кислоты, они нужны возрастной коже и проблемной коже. Очень хорошо работают на воспаление, активные. Возрастной коже они нужны для того, чтобы клетки кожи быстрее обновлялись, удаляет отмершие клеточки. Выравнивает рельеф. После того, как вы нанесли на следующее утро, на следующий день, очень гладкий такой рельеф кожи, который не достичь пилинг скатками. Поэтому такие пилинги, они должны присутствовать в вашем уходе хотя бы раз в неделю. Кожа очень гладкая на ощупь, такая ровненькая, приятная, ну просто прелесть. В этом содержатся АХА-кислоты в пилингах, витамин С, В3, В5 и ферментированные продукты. Сахаромицеты, различные экстракты растений, очень полезные для кожи. Итак, что же делают кислоты? Они работают с воспалениями, они тонизируют кожу. Кожа очень такая подтянутая, тонизированная. Но результат вы увидите на следующий день, то есть они действуют не сразу. Ощущается при нанесении некоторое покалывание, пощипывание, немножко покраснение. Но это все терпимо, это ради нашей красоты, девочки, мы все снесем. На следующий день вы увидите результат. Поэтому пилинг спонжиками лучше пользоваться на ночь. Они, эти спонжи, они увлажняют хорошо, но тем не менее кислоты, они имеют свойство подсушивать кожу, поэтому на ночь лучше потом нанести хороший питательный крем. Еще пилинг-пэды, они отлично сужают поры и осветляют пигментацию. И сейчас на них хорошая цена, еще по старой цене они идут, 420 гривен 50 штук. Вы такой цены не найдете нигде на Украине. Так что, девочки, обращайтесь, осталось очень мало.